подготовленную к ликвидации партию вошли более 20 килограммов наркотиков синтетического происхождения, которые были изъяты у задержанного в 2019 году в Рыбновском районе, житель города Курска. 32-летний мужчина являлся курьером нелегального интернет-магазина и занимался поставками оптовых партий синтетики в различные регионы страны. Недавно суд назначил злоумышленнику 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Данные наркотики были обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК и территориальных органов ОМВД России по Рязанской области в течение 2019-2020 годов. В процессе расследования уголовных дел изъятые вещества хранились как вещественные доказательства, а после вступления приговоров судов в законную силу пришло время их уничтожения. Процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области. Кроме этого, партия состояла из 750 граммов героина, более 38 килограммов марихуаны, а также гашиша, маковой соломы и амфетамина. Наркотики служили вещественными доказательствами по 148 уголовным делам в отношении 154 лиц, которым назначены различные меры наказаний. Под охраной сотрудников спецназа «Гром» партия вредоносных веществ была вывезена на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожена в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Олеся Котровская, телекомпания «Город».